Спороносная черепаха – самая крупная континентальная черепаха и третья по величине в мире. Территория обитания – Африка. Населяет пустыни и саванны. Дожди в этих местах могут не появляться годами. Эти норы достигают глубиной до 3 метров и более, чем обеспечивают этих черепах влажностью, которую они получают через кожу. Это необыкновенно сильные животные с мощными лапами, приспособленными копать. И у самок, и у самцов на лапах имеются шпоры, за что эту черепаху и называют шпороносной. Питаются растительностью, свежей и сухой. Могут долго обходиться без воды, но при случае охотно пьют. От летней жары и холодных зимних ночей шпороносные черепахи защищаются, зарываясь в рыхлую землю, но в спячку не впадают. Пик активности приходится на утро и вечер. У нас шпороносных черепах можно увидеть в зоопарках. Нам удалось их встретить в экозоопарке. Там черепахи хорошо уживаются с курицами и ведут неактивный образ жизни.